Всем привет! Енисей ТВ в эфире. 29-й тур премьер-лиги уже вот-вот начинается. В эти выходные он проходит. Ну и встречи молодежных коллективов. Енисей сейчас на наших экранах в своей традиционной уже синей форме со львами. Это их последний домашний матч в этом сезоне. Эти ребята уже успели многих за этот сезон влюбить болельщиков и не раз заставили посетовать, дескать, многих бы из них в основную команду. Ну, будем надеяться, что это уже в недалеком будущем случится. Ну и «Динамо» дает стартовый свисток этому матчу. Поехали! Схема, которая сейчас, по сути, так перевоплощается прямо по ходу атаки. В 4 атакующих игрока Большиков оказывается на левом краю. Здорово принимает диагональ. Большиков входит в штрафную. Опасный момент у Енисея. Большиков, сильный прострел. Воробьев не успевает чуть-чуть замкнуть. Это было близко. Впереди он продвигается. Никто пока на него не выдергивается. Передача вперед. Шведка. И Марин не дотягивает самую малость. Вообще никто Цагоева не встречал. Метров, наверное, 20, там, а то и 30 он промчался со своей половины поля. Данзорин сейчас создал вот этот угловой, вот эту атаку «Динамо». Он же в штрафной площадке, он же пробует откликнуться на мяч, до него не долетает. Добивает сам же Зорин. Еще будет попытка. Калачев борется, и Калачев нарушает правила. Еще один заброс поближе к штрафной площадке. Продолжает «Динамо» нагнетать. Опасный момент. Едабин вступает в игру. И вот сейчас ему уже впервые приходится всерьез Енисей выручать. Первый удар створ, да, получается у нас в этом да, матче? Да, так и получается. Еще второй! Один. Ух! Бам! И вот это уже Едапин во всей красе спасает. Летел мяч. Красивый был бы гол. Очень красивый. Прямо под перед, пока у Александра идет по плану. Заброс на Польшикова. Вот тут Данила с мячом. Правда, против него два оппонента. Данила смело пошел вперед. Обходит первого, обходит второго. Данила штрафной. И передачка, к сожалению, не получает. В принципе, интереснее смотрится по игре. Какой момент Енисей сам себе привозит. И чудом мяч разминулся с воротами. Поехали. Первый тайм был хоть и очень насыщенным в плане самых разных событий. Но голов он не принес. Да, ну и коррективы четко прослеживают. Смотри, Терехов вообще не уходит из центральной зоны. Липовой, понятное дело, про него мы даже не говорим. Хороший отбор. Панин удар. А, да, бывает. Ну, опять же, насколько... так скажем, кучно, что ли, «Динамо»-то стреляет, все под перекладину идет. Вот развитие момента. Сахаров. Момент, да, есть. Марин не смог пробить, а вот теперь Большиков пробьет, попадает соперника. И Харитонов еще разок. Марин, добивание. Ох, как же он не попадает сейчас в ворота. И посмотрим, какая у него будет судьба дальше, будет ли она связана с Енисеем. Мы, конечно же, на это все надеемся. А вот у Глеба Захарова в первом тайме был неприятный момент, чуть он не срезал свои ворота. Какой гол «Динамо» забивает, невероятно. Просто он и не ждал, похоже, подобного развития событий. Вот банальная скидка, выигрыш подбора и всего лишь короткий взгляд на ворота. Все. Очень глубоко ушел. Получил мяч, забросил на Воробьева. Ростислав здорово мяч укрощает грудью. Ужгин. Матвей устремляется в штрафную площадку, падает. Есть контакт здесь все-таки? Нет. Ну что сейчас смотрим? Очень интригующий, очень перспективный момент. Тимур Сахаров с левой ноги может и в ближний закрутить. Он на это способен, мы на это надеемся, но в итоге Тимур нас только разочаровывает. Вот этот вот розыгрыш ни к чему не приводит. Харитонов в красивом подкате мяч угрызает. Сахаров, какое будет продолжение? Заброс в штрафную площадку, скидка. Харитонов момент. И Шалоников гол. 1-1, засчитан мяч, устремляется боковой арбитр к центру. Второй гол Ивана Шалоникова в этом году. Отмечаем вот этот шикарнейший подкат Александра Харитонова. Вроде бы рискованный, вроде бы опрометчивый, но очень четкий и выверенный на самом деле. Дальше подача, скидка одного центрального защитника. Попытка Харитонова пробить, блок, и Шалоников добивает, досылает мяч, который может стать ключевым в этом матче. Стенка установлена, свисток дан. Калачев как сильно пробил, но Едапин, похоже, контролировал. Харитонов просит от Матвиенко повыше подниматься, повыше прессинговать. Ярослав не сразу этот порыв поддерживает. Опасный момент у «Динамо». Вот сейчас будет удар, и как не попадает по воротам Зехов. Спасает сейчас, прощает, вернее, Енисей. Харитонов. Александр с мячом на чужой половине поля. Возможно, это его последняя игра вообще перед красноярской публикой. Воробьев, прострел, не получается удар, будет ли добивание? Нет, Егоров недостаточно расторопен в этом. Все высокие пошли в штрафную площадку, стадион гудит. И «Динамо» исполняет стандарт. Навес. Удара нет, а вот сейчас будет? Нет, тоже не будет. Воробьев выносит, но не точно. Луташев напрягает соперника.
Продолжает Панин сохранять контроль над мячом. А вот тут можно, можно, можно убежать. Так, Воробьев, и открывается Матвиенко. Дальше Луташев, Харитонов. Можно, можно продолжать эту атаку. Воробьев, штрафной, прострел. И угловой. Харитонов. Пошла подача на дальний удар. Нет, не получается. Дальше Динамо отбивается и контратаку смотрим. Вот поэтому и Дапин в воротах-то сейчас и нужен. Усанов ошибается. И похоже, что все. Итак, завершен домашний сезон для молодежной команды Енисея. Завершен он с боевой ничьей с одним из лидеров, московским Динамо 1-1.